Итак, дорогие мои друзья, всем большой-большой привет! Рада вас видеть на своем канале вязания с Татьяной. И сегодня я продолжу обзор по пряже Регина. Регина носочная пряжа. И я хочу сказать, что в этом году это последняя поставка с этой пряжей. Почему? Потому что у поставщика она закончилась. Все, больше нет. Я повыбирала все, что можно. Отправили мне две посылки. И сейчас вот я начинаю снимать первую посылку и продолжу его снимать, этот ролик, когда придет вторая. Мне сегодня курьер привез одну, а вторую не привез. Не знаю почему. Почта ЕМС России доставляет мне это на дом, поэтому буду ждать. И потом уже в этом ролике я его, конечно, весь выгружу. Хочу напомнить, что вся информация, как приобрести пряжу, как заказать, находится в группе ВКонтакте «Вязание с Татьяной». Если вы пройдете под этим видео по ссылке в группу, то вы попадете в альбом, который называется «В наличии». Там есть пряжа, ту, которую мы собираем помоточно. Есть очередь, естественно, перед вами, да, если вы захотите заказать. Перед вами может быть очень много девочек. И девчонки разбирают эту пряжу по мере поступления. Я хочу сказать и обратить внимание сейчас, что на этот год ее больше не будет. В следующем году, когда она появится, я не знаю. Как только появится, и если появится, то я буду ее завозить. Я думаю, что вы меня все услышали, да? Если вам это не горящая пряжа, вы можете записываться. Если вам нужно срочно, то не надо, не записывайтесь. Или если вы там передумаете, через месяц я ее привезу и буду вам написывать, что вот ваша пряжа, забирайте, там оплачивайте. Не надо, лучше не записывайтесь, да, чтобы не портить ни себе настроение, ни мне настроение. Вот, поэтому, пожалуйста, услышьте меня. Все вопросы, что связано с заказом, с покупкой, сколько стоит, вы только задаете мне в группе ВКонтакте. Все, здесь на Ютубе я не отвечаю на эти вопросы. Все, девчонки, давайте начнем просмотр, отсниму то, что пришло, и буду ждать дальше, вторую часть. Так, да, еще хотела сказать, на момент выхода этого ролика пряжа уже будет вся разобрана. То есть уже будет разложена девочкам по пакетам, кто на нее успел записаться. Ну, до того момента, как она пришла. Давайте будем смотреть. Значит, первый лот этой пряжи, вот такая расцветка с желтой ниткой. Складывается в такой жаккардовый узор. Вот вы его видите, резинка синяя, потом идет розовенькая часть, пяточка синяя. Вот, насколько я поняла, ее нужно отматывать, вот это начало ряда. Вяжут ее либо из центра, либо с начала ряда с мотка. Тут нужно, мне кажется, подбирать, не знаю. Значит, пряжа Регина, это от Siam, итальянская пряжа. Длина ниточки 420 метров, вес одного моточка 100 грамм. 100 грамм достаточно для вязания одной пары носков 43-44 размера. Цвет этой пряжи, вот этого цвета, 930-595. Красивый, насыщенный синий. Но тут, видите, преобладают вот они светло-розовые тона. Вот такого плана. Дальше. Вот в таком цвете. Вот я прям доставала из пакетиков. Будем смотреть, что пришло. Не так много. Эту я вот именно поставку, вот ту, которую первая выйдет, я заказывала уже последнюю. Мне последняя пришла, а предыдущая не дошла еще. И я забирала последние остатки, все, больше ничего нет. Так, вот такой моток сиреневый. Цвет номер 931-597. Пока один, не знаю, будет. Ну, вроде есть тут еще один моточек пока. Они в одном, ну, в больших пакетах, хоть не так много, но есть. Так, дальше. 5 мотков вот такого цвета. Регина. Тоже с желтой ниточкой, да, светлый фон внутри. Идет уже секционка. Вот, вот такой прям, мне кажется, жаккардовый рисунок у нее получится. Вот такие. 5 мотков, 930-599 номер цвета. 5 моточков, девочки. Больше ее не будет. Так.
Еще. Это такой же? Нет, это другой, смотрите. Так, один что ли? Только один, видимо. Да, девочки, только один моточек мне достался. 931-041. Он складывается вот в такой узор. Вот. Темная резинка получается. Синий идет поголенок. Вот такой вот узорчик. Один моточек. 931-041. Еще. Ой. Что-то у меня телефон вообще мне ночь устроил. Еще два моточка синего цвета. Все, их всего три. 930-595. А нет, девочки, тут есть еще синенький, вот тот темный. Пакетики лежат. Вот, еще два моточка нашла таких. Красавцев, да? 931-041. Еще два. Здесь в основном получается, что идут желтые. Ниточкой много, но я говорю, я забирала последнее буквально. Хватало, чтобы что-то успеть взять. Три вот таких зеленых моточка. Вот такой цвет изумруд. Цвет 930-602. И он превращается вот в такой моток. Носок, вернее. Моток. Вот. Такой красивый. Три таких мотка. Так, еще два сиреневых достала я моточка. Так, смотрим дальше. Пять моточков вот такого цвета. Пять моточков. Эту я уже привозила, если я не ошибаюсь. Вот он цвет. 931-575. Пять моточков в таком цвете. Я бы взяла больше, но, девочки, увы, больше, к сожалению, нет. Так, я сказала 5, а их 6, девчонки. 6. 6 моточков. Классно. Хоть 6 моточков. В каком-то цвете побольше. Так, дальше. Три моточка в таком голубеньком цвете. Мне кажется, вот такого не было цвета. Он какой-то, знаете, необыкновенный. Вот он и секционка, и как-то, вот видите, рябушки такие. Вот, прям как он выполнен, видите? Такой интересный. Это у нас номер цвета 930-361. Красивый, да? Оттенки голубого. Красота. Три моточка таких. Так, дальше. Поскладывать надо немножко. А то места мало у меня здесь. Так, вот такой один моток, девчонки. Больше все закончилось, эта пряжа. Это вот джинсовая, как будто бы. Для меня вот почему-то вот характеризуется он как джинсовый цвет. Это цвет номер 931-595. Один моток. Два мотка в таком цвете. Вот, всего лишь два мотка. 931-577. Два моточка. И
Последние три моточка, которые мне удалось взять, это вот в таком цвете. 931, 581. Три мотка. Все, в той посылке, которая едет, едет еще примерно такое же количество. Может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше. Или столько же, я не помню, но будут еще. Сейчас кому я отпишусь из девчонок, будут еще девочкам. Так, и я хотела показать, что я здесь приобрела. Это решила порадовать себя. И заказала девочке долгожданную для себя вещь. Нужную, да? Это у нас, конечно же, чагу. Вот. Таких 5 пакетиков. Это что? Ну, естественно, это спицы. Это съемные спицы. Так как я очень много вяжу носков, да, имея такое большое количество пряжи, ну, было бы глупо их не вязать. Тем более я пряжу эту носочную собираю. Вот, посмотрите, девочки, металлические. Съемные спицы чагу. Сама спица 10 сантиметров. Вот это вот, вот, 10 сантиметров спица. Это номер 2. Тоненькая-тоненькая. Тонюсечка. И вы видите, обратили внимание, да? Что двоечка – это съемная. Единственный производитель, у кого есть двойка, 2,25. Вот, 2,25 спицы. Они же, естественно, чуть-чуть потолще, 10 сантиметров. Единственный производитель, кто делает съемные спицы, двойку, 2,25, 2,5, по-моему, 2,75, это производитель чагу. Я, конечно, понимаю, что это не дешевое удовольствие. Вот, я себе сделала такой подарок на Новый год. Надо было, конечно, взять еще, но тут уже... Ладно, другая история. В следующий раз возьму. Вот, взяла такие съемные спицы, потому... Ну, хотя бы по одному номеру, да, но хочется мне, чтобы они у меня были. И взяла лесочки. Так, я вам принесла показать 55 номера лесок, ну, 55 сантиметров. Я еще взяла 35 леску и 75 леску. Чтобы они были тоненькие-тоненькие, тонюсечки. И коннекторы, конечно же, они прям вообще, знаете, вот они, малыши. Я сейчас, когда присоединяла, прям вот, я не знаю, видно, ну, вот они, 3 штучки их тут. Я сейчас, когда их присоединяла, не видно. Они очень тоненькие, приходилось даже одевать очки мне, ну, чтобы увидеть. Вот, я хочу сказать, ну, примерно вас ориентирую по цене, по стоимости. Вот это примерно стоит 2000. Вот на это я могу сказать, да, сколько стоит, потому что плюс-минус, нет, скорее плюс. Чуть, может быть, чуть-чуть, может быть, с небольшим. 2000 рублей вот стоит. Но один раз живем. Да, и так как мы вяжем, естественно, активно, да, денег жалко, но что делать, да? Мы же все-таки занимаемся любимым делом, любимым хобби, поэтому хотя бы на праздник можно себя порадовать. Все, девчонки, показала вам эту всю поставку. Пока выключаюсь и буду ждать следующую партию. И уже отснимусь и выгружу вам видео. Все, надолго не прощаюсь. Итак, девчонки, сегодня уже вторник, время 8:30, и у меня только-только был курьер, привез наконец-то посылку, вот сколько я ее ждала, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, 4 дня, у нас жуткие пробки, понедельник, вторник вообще жутчайшие, я вчера ехала 2,5 часа домой, но не об этом, главное, приехала посылка, я сейчас быстренько ее вам отсниму, самое главное, что я ждала, вот этот набор был. И завтра этот набор уже помчится к своей хозяйке. И, конечно, хотела я вам его показать. Спица здесь чагу. Первый раз вообще в жизни держу набор чагу в руках, девчонки.
До этого не видела. В наборах я не встречала у себя. Так, давайте сразу посмотрим кармашек, да? Что у нас здесь? Линейка для определения номеров спиц. Вот такие вот маркировочки, наверное, это, я так предполагаю. И пакетик с ключиками, коннекторами и вот такие вот заглушечки. Так, вот это лежало в кармашке. Я сюда его обратно положу. Все, положили, закрыли. Смотрим дальше. Вот такой вот тканевый чехол. Возможно, я думаю, у многих, наверное, есть такие наборы. Но вот я первый раз с таким набором знакомлюсь. И я, конечно же, очень-очень рада. Что здесь открывается? Здесь вот книжечка, инструкция. Здесь... Я так понимаю, тросики 35 сантиметров, 55 сантиметров, 75 сантиметров. Вот три белых тросика. И вот такие спицы. 7 пар спиц. Давайте я немножечко опущу камеру. Сделаем. Очень интересно, да, посмотреть. Это спицы Чиагу. Бамбуковые спицы. Фокус. Я хочу вот. Вот так. Думаю, чего-то мне не хватает. Вспышки нет. Так. Бамбуковые спицы Чиагу. Они начинаются от номера. Я вот и не вижу, что тут выбито. Камера. Мотор. Как-то я не могу. Фокус так. Фокус не хочет. Фокус. Ёлки-палки. 2,75, по-моему. Да. Нет, девчонки, не получается у меня посмотреть. Да, здесь набор Чиагу Смайл. 2,75 номер до пятерки. То есть от 2,75 идет увеличение. Тут следующий идет троечка. 3,25. Вот европейский двойка, наверное, да, 2,75. Дальше идет 3,25, 3,5, 3,75, 4, 4,5, 5. Вот. Вот такой вот набор. Класс. Отправляется он к Оксане. А, забыла же я положить сюда тросики. Его можно дополнить, тут еще вот есть отверстие, можно купить просто дополнительные спицы, да? Вот такой вот наборчик. Завтра отправится к своей, конечно же, хозяйке. Сейчас я его убираю, и мы с вами посмотрим пряжу, которая была в этой коробке. Регины принт. Больше, девочки, но в этом году это 100% не будет, да, потому что сегодня уже, во-первых, 21 число, а во-вторых, она закончилась вся у поставщика. Когда будет поставка, я не знаю. То есть, как только она будет, значит, я ее привезу. Вы проверьте, пожалуйста, свои записи, кто записывался. Для кого-то, если... Это срочно. Выписывайтесь, потому что в ближайшее время ее не будет. Так, давайте смотреть пряжу. Что здесь я смогла схватить? 6 моточков. Вот в таком цвете. Регина принт. Это у нас цвет номер 931-597. 6 таких мотков. По крайней мере, пока. Коробочка, в принципе, не очень большая. Да, вот то, что будет, сейчас разложу девочкам. И все. Дальше. Заклеить скотчем. И, в общем-то, трудно. Так, 5 мотков вот такого голубого цвета. Мы с вами его смотрели. Это номер цвета 930. 361. 5 моточков. 5 моточков зеленого 931-600.
5 мотков. Так, это я забирала последние остатки, да? Здесь такая сборная солянка получается у меня. Ладно. Открываем так. 3 зеленых моточка. Цвет 930-602. 3 в таком цвете. 3 в светло-зеленом мотка. 930-498. 3 моточка синих. 930-595. Вот такие. Все моточки из этого видео, девочки, уже разобраны, и больше ничего нет. Поэтому я и говорю, проверьте свои записи, для кого это очень срочный продукт. Так, один моточек. Вот в таком цвете. 931-583. Так, и еще небольшой один пакетик. Вот, 5 моточков одного цвета. Так, это я убираю в коробку. И здесь 5 мотков одного цвета. Цвет 931-599. Все, это последние 5 мотков. Больше, девочки, ничего. Нет Регины больше у поставщика. Сколько было, я столько завезла. Все, на этом заканчиваю видео. Пойду его монтировать, да, соединять две части. И на этом я с вами прощаюсь. В этом году будет еще одна поставка точно. Скоро ко мне придет 400 мотков носочной новинки от Ализе. Вся запись в альбоме в наличии. Я там прописала, сколько примерно свободных мотков. Все, я думаю, на этом все. Все, девчонки, прощаюсь, до новых встреч. Всем хорошего дня, хорошего настроения и пока-пока.